Подарком на Новый год могут быть не только цветы. Журналисты телеканала «Катунь-24» дарят героям лучших сюжетов и программ по ящику мандаринов. Кому достался новогодний подарок от Антона Скаля, смотрите в нашем следующем материале. До самого волшебного праздника Нового года осталось совсем немного времени. Ежегодная акция телеканала «Катунь-24» продолжается. Мы дарим мандариновое настроение в виде таких вот цитрусовых подарков самым ярким участникам наших новостных сюжетов и программ. В этот раз мы отправились в гости в творческую лабораторию к заслуженному деятелю искусств России, режиссеру-постановщику «Сюиты мастер» Олегу Ремовичу Пермякову. «Сюита мастер» – произведение по-настоящему большое. Более 100 человек на сцене, заслуженные артисты России, актеры Краевого театра драмы, Академический хор Барнаула и Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Премьера состоялась в Барнауле и была приурочена к 85-летию Василия Макаровича Шукшина. В феврале этого года гастроли прошли в театрах Санкт-Петербурга, Иваново и Ярославля. Ну а мы застали Олега Ремовича во время рабочего процесса. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Ремович. Вот такой вот новогодний подарок специально для вас приготовил наш телеканал «Катунь-24». Огромное спасибо. Это от волнения. Актеры люди творческие. Нашли оригинальное применение цитрусовым. А уже после насладились вкусом мандаринов. Если говорить о творческих планах моих режиссерских, они будут. Приглашения в другие в театрах есть, и, наверное, они осуществятся. Пока говорить рано. Пока действительно рано. Сейчас все свое время Олег Ремович проводит со студентами. Готовят творческий показ. Даже в некоторых моментах, когда мы разбираем какой-нибудь этюд, когда Олег Ремович подходит очень близко, чувствуется такая энергетика вокруг тебя, что даже как-то теряешься. Некоторые студенты уже задействованы в спектаклях на сцене Краевого театра драмы. А мы надеемся, что наш подарок придал им и их руководителю еще больше новогоднего настроения. Спасибо! Ну вот, очередной ящик мандаринов нашел своего героя. С кем еще мы поделимся нашим мандариновым настроением, смотрите в следующих выпусках. Антон Скаль, Дмитрий Козерлыга, новости.